тест на антитела к коронавирусу желательно сдать беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто активно общается с другими людьми, как, например, журналистам. И вот я для собственного спокойствия решила сдать этот тест. В Сарове это можно сделать в медицинском офисе инвитро. Тест качественный, а значит, позволяет выявить факт перенесенного заболевания COVID-19, даже если у вас не было симптомов. Чувствительность теста 95%, специфичность 98%. Он выдается в терминах положительно, отрицательно, сомнительно. Если у вас положительный тест, то вы, скорее всего, переболели данной инфекцией. Можете быть спокойны за свое здоровье в дальнейшем. Особой подготовки перед тестом не требуется, запись тоже не нужна. Приходя на анализ, клиент может быть спокоен за свое здоровье. Инвитер соблюдает все предписания Роспотребнадзора. Перчаточный масочный режим, термометрия, бактерицидные лампы, дезинфекция после каждого пациента. Также каждый клиент заполняет анкету. Кровь берут из вены, сама процедура занимает пару минут. Анализ делают в течение 4 рабочих дней. Ну вот, все быстро, совсем не больно и не страшно. Небольшой период ожидания впереди, и я буду точно знать, болела ли я коронавирусом или нет. Подробную информацию о том, как сдать тест на антитела к коронавирусу, можно узнать в медицинском офисе инвитро по адресу проспект Ленина, дом 17 или позвонив по телефону 60444.